Не заключен договор, не будет и газа. И именно вопрос безопасности – главная причина пристального внимания к тем, кто не придает должного значения техобслуживанию газового оборудования. Об этом говорят и специалисты газовых служб, и сотрудники администрации. Работа, которую мы проводим совместно с Мособлгаз по заключению договоров на техническое обслуживание, оно имеет место быть. Мы эту работу проводим в плане безопасности жителей. По некоторым адресам люди, абоненты на контакт не идут, не заключают договор на техническое обслуживание. В связи с этим мы не имеем права им поставлять газ, в связи с чем вынуждены произвести приостановку подачи газа. У владельцев одного из частных домов на улице Фрунзе договор на техобслуживание как раз не заключен. Так, сотрудники компании «Мособлгаз» выехали по адресу, чтобы произвести отключение. По словам представителей организации, собственнику домовладения было направлено несколько уведомлений, но никаких действий с его стороны не последовало. Теперь газ перекрыт. Вновь возобновить подачу ресурса к дому возможно только после заключения договора. Специалисты напоминают, необходимо сознательно подходить к вопросу состояния газового оборудования, чтобы обезопасить себя и окружающих, не допустить утечек и неисправностей, а следовательно и несчастных случаев. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.